Я задаю вопрос, правильно? Да. Вспомним первый эпизод. Какого цвета платье у Дейенерис, когда мы первый раз видим ее в сериале? Розовый, желтый, белый, голубой. Понял вопрос? Да, да, Дейенерис. В первом сезоне? То есть... я понимаю, да, она во дворце, все дела, ага. Со своим братишкой, любящей сестричку. Еще она обнаженная немножко даже была, я помню. Она снимала его. Цвета? Да, так, цвета розовый, желтый, белый, голубой. Желтый, белый, голубой. Вряд ли голубой, вряд ли розовый. А, да. Либо желтый, либо белый. Она блондинка. Вряд ли белая. Скорее всего, желтая. Ну, за вопрос полегче будет. Кто не является братом Неда Старка? Бенджин, Рик, Рикард или Брэндон? По-моему, Рикард. Рикард, наверное. Рикардо Милос, все дела. Так, есть 9 вольных городов. Бравос, Валантис, Хвохар, Ларат, Мир, Норвас. Еще 3, назови их. Я только самый первый знаю. Ну, Бравос. Да, Бравос. Ну, типа, Бравос все знают. Но, скорее всего, я не помню. Я серьезно не знаю. Лис, Пентос, Тираж. Ты знал? Нет, я тоже. Кому поклоняются в черно-белом доме, который в сериале также служил еще и храмом? Сразу говорю, без понятия, что за черно-белый. Черно-белый дом, я вот тоже думал. Может, этой королеве огня? Да, я тоже думал, но типа, я без понятия. Это единственное, что приходит на ум. Тайвин Ланнистер хотел, чтобы Джейми взял в жены именно ее. Ну, я понимаю, кто такой, да. Тайвин, кто такой Джейми. Лиана Старк, Дейенерис, Лиза Тайли и Кейтлин Тайли. Точно Тайли. Ну, скорее всего, Кейтлин. Потому что кто такая Лиза, я не помню. Потому что, скорее всего, Кейтлин. Кого казнил Теон Грейджой, когда захватил Винтерфелл? Брана и Рикона, одичалую Ошу, Ходора, Сира Родрика Касселя. Так точно не Ходора? Бран, ну, Бран живой, вряд ли он казнил. Бран живой. Так, какие еще были? Одичалая Оша. Ну? Это жена Толстенького. Я помню его, помню. И кто еще? Сир Родрик Касл. Я думаю, одичалого он казнил. Нет? Я просто Сир Родрик. Ну, я не помню. Это кто? Я без понятия, что это за Сир Родрик. Ну, либо... Или дети как-то сбежали, и он типа их казнил. И... Не, это либо одичало, либо Родрик. Ну, кто такой Родрик, я не помню. Короче, я за одичало. Единственный способ убить белого ходока. А воткнуть ему в сердце клинок особенный. Из драконьей... Из стекла, стекла, из драконьего стекла. Ну, вообще, по-моему, еще сжечь можно. Ну, да ладно. А что означает длина хвоста у дотратистых кхалов? Ну? Я понял. Типа, у этого кхалодрога был большой. Да-да-да. Я не помню. Я помню, это было в сериале, и это объяснялось, но я не помню, что... Ну, можно сказать, крутость, но, типа, в чем она проявлялась? А, ну, сколько, возможно, этих? Воинов он убил или что-то типа того, чем больше. Или его, ну, если он как-то измеряет, значит, его отрезают за что-то. Или нет? Я, честно, не особо помню, но это либо за воинов, но, скорее всего, нет. С лошадьми связано, да? Хорошо поставленный вопрос. Какую казнь больше всего любил применять Рамси Болтон? Рамси Болтон. Сейчас помнить бы. Ну, он это делал всегда, когда какую-то битву. По-моему, он типа охотился. Не, не так. Нет? Не. Охотился. У него был определенный обряд, типа, когда он захватывал замок, но я помню, как сейчас, он типа
приказывал это делать. Вот тут вот. Нет? Ну, короче, с кожей связано. А, он просто сдирал кожу. Да, он сдирал кожу со всех. Да, да. Ну, ладно. Это я накосячил, это было просто. Кому принадлежит эта фраза? Пей до тех пор, пока не поймешь, что поступил правильно. Тириан Ланнистер, Брон, Лиза Арон, Джон Сноу. Мне кажется, Тириан Ланнистер. Потому что он же бухал постоянно. И до тех пор, пока не поймешь, что поступил правильно. Ну, точно не Сноу. Точно не Сноу. Да я уверен, что это карлик. Ну, скорее всего, карлик, да. Мы не расисты, но карлик я не найти. В данном сериале. Как называется яд, которым отравили короля Джоффри? Долгое прощание? Душитель? Слезы лиса, волчья отрава. Яд, которым отравили... Да я помню, у нее еще как... Джоффри. Наверное, слезы... Чего там были? Слезы лиса. Ну да, наверное. Причем лиса — это, по-моему, имя. Потому что с большой буквы. Такие еще были варианты. Сейчас. Удушитель что-то там. Душитель, долгое прощание, слезы лиса, волчья отрава. Вряд ли долгое прощание, потому что он как бы быстро умер, на самом деле. Он выпил и сразу же умер. Вряд ли долгое прощание. Ну, не знаю, слезы лиса, я не помню. Сейчас. Я тоже останусь. Как зовут лютоволка Джона Сноу? Опачки. Я не помню. Собачка. Белая такая большая. А первую букву можно, пожалуйста, сразу в студию? Последнюю. К. П. А вторую? Пр. А, я знаю. Пр. Ну, легко уже. Третью. Ну, мне плохо, да, мне плохо. Я плохо помню. Ну, могу я сказать. Призрак. Призрак, да. Да. Это было легко.